Без слез не купишь. Индекс борща – вполне официальный показатель роста цен на основные продукты питания в этом году нашу страну сравнял с Нигерией. Ценники на морковь на прилавках магазинов Чебоксар уже трехзначные. При этом в Союзе потребителей России говорят о возможном взрывном росте стоимости овощей уже осенью. Что же будет с ценами и с нами? Представители партии «Единая Россия» прошли сегодня рейдом по торговым точкам. В качестве вот борщевого набора даже очень много обращений. Морковь, лук, капуста, они картофель. Да. А насколько подорожал? Вот вы как продавец можете нам прокомментировать? И потом мы уже спросим немножко. Свекла, морковь очень подорожала. А на сколько процентов? В разы вот? Раньше сколько стоил месяц назад? 30 рублей, например, если было. Сейчас они 130 рублей. Очень дорого. 30 рублей что это стоило раньше? За килограмм. А что это? Какой продукт? Свекла, морковь, да. Это может быть связано с новым урожаем, поскольку старый закончился? Своих-то еще пока нет. Осенью, наверное, будет. А картофель? 40-45. А наценка у вас какая от оптовиков? 25%. Да. Промониторим нашу морковь. Вот она, 100 рублей здесь. Картофель стоит 45 рублей также, капусты цены нету, лук. Ну, не в 4 раза, в 3 раза морковь подорожал, да, коллеги? Ну, да. В среднем, да, это там в начале 130 у кого-то, у одного. С учетом, как вы считаете, вот нового урожая, стабилизируются цены? Не знаем, посмотрим. Угу. Конечно, немножко бьет по карману, это тоже вот этот неприятный момент.